порезвиться, поиграть я люблю. Весела, весела каждый день. Песни петь и играть никогда мне не лень. Птичкам песни я пою. Слушай, птичка, песню мою. Я Манана, знай об этом. Я играть и петь люблю. Если буду я шалить иногда, мой отец рассердится тогда. Все же песню я пою, песню любимую мою. Ну и что, что иногда рассержу слегка отца? Разве в детстве не было сам таким же шалуном? Сейчас я тебя покормлю, сама покормлю. А кашка у бабушки вкусная. Вот. А в школе у тебя все сошло благополучно? Все прошло как нельзя лучше. Меня даже не вызывали. Просто здорово повезло в этот раз. Я говорил, не волнуйся, а ты себе места не могла найти. Слава тебе, Господи. И на этот раз спасены. А представь себе, если вызвали ее по арифметике, двойки не миновать. Нет, нам больше ни за что нельзя так рисковать. И вот что, если ты сегодня посмеешь не подготовиться к урокам, я не ручаюсь за последствия. Ну, ладно, все приготовлю, не волнуйся. Да как же не волнуйся, ведь это так каждый божий день, просто нервы не выдерживают. Ведь мне уже не 16 лет, я больше не в силах, и о чем ты только думаешь, не понимаешь? Ну, хорошо, хорошо, Кит Иван, успокойся, прошу тебя, я больше не буду. Пойди-ка сюда, пойди-ка. Ты же сама знаешь, некогда мне было то базар, то обед, когда же мне было готовить уроки? Я знать ничего не хочу. Твоя первая обязанность — приготовить уроки. Да, нечего увиливать. Не, не начинайте. Что за безответственность такая? Ты только подумай. Вдруг бы ее сегодня вызвали, что тогда? Тогда бы дедушка получил двойку, да? Сыч! Ага, что я тебе говорила? Бабушка, у меня голова что-то разболела. Боже мой, что с тобой, голубка моя? Это, наверное, после головка школы. Голубка болит. Пойди погуляй, счастье мое, пойди погуляй, и все пройдет. Иди. Спасибо, бабушка. Смотри, только не бегай. Мой хороший, никто тебе не будет мешать. Иди и садись за арифметику. Много задано? Хватит до вечера. Только задачи? А примеры?
Банан? Банан! Ты почему сегодня не была в школе? Дедушка, то есть бабушка, у меня заболела сегодня. Папа на работе с утра. Дедушка так растерялся, и мне все одно пришлось делать. На рынок надо, я иду. Стирать я стираю, то одно, то другое. Вся этим я только на мне и держится, измучилась. А чем больна твоя бабушка? Тише, она только что уснула. Насморк, кашель. Бредит все время, температура высокая. Ночью сердце совсем не билось. Горчичники на бок ставила. Ревматизм у нее, наверное. Что? Ревматизм! Ангина такая! Так ты и завтра не придешь в школу? А зачем? Завтра воскресенье. Ты что, забыла, что утром репетиция? А вечером спектакль. Спектакль! Адмирал обещал быть. Наш шеф. Обязательно приду. Поставь у Манана. Вы идите, ребята, а мне с Мананой надо поговорить. Ох. Иди-ка сюда, Манана. Садись. Мне стыдно за тебя, Манан. Сознательный как председатель совета дружин, а как твоя хорошая подруга. Почему ты не была сегодня в школе? Так бабушка была же больная, я же сказала. Нет, дедушка тоже себя плохо чувствует. Я должна была и обед приготовить, и воды домой натаскать, и постирать. Короче, ты завертелась и совсем закуталась, Манана. Когда, наконец, ты поймешь, что пора взяться за учебу и перестать всем брать. Я уже все поняла. Уроки готовить, школу не пропускать, никому никогда не брать. Я серьезно говорю с тобой, Манана. А я серьезно тебя отвечаю. Извини, мне нет. Ты очень невнимательный сегодня. Слушай еще раз. Читай, читай. Одна сова уничтожает за лето 1000 полевых мышей. А одна мышь за лето пожирает 1 кыгы пшеницей. Вопрос. Сколько кыгы зерна спасут 2 совы? Если одна сова пожирает... Две совы, две. Ну да, две совы, две. Какая ты головоломка. Запутался. Совы, мыши. Да пускай они друг друга едят, понимаешь, сколько влезет. Издеваются над ребенком. Издеваются, это точно. Едят мышей. Ну и пусть едят. Пускай мыши волнуются. А нам-то что? В конце концов, наша Манана не в зоопарке же собирается работать. Девочка такая способная, редкий ребенок, только не сгладить бы. Дедушка, бабушка! Внимание, внимание! Передаем последние известия. В воскресенье ровно в 4 часа в школе состоится спектакль нашего драмкружка «Пятиактная трагедия. Партизаны». Прошу учесть, что в самой главной роли выступает Манана, то есть я. Понятно? На спектакле обещал быть наш шеф-адмирал. Вот. Ты мне раньше не сказала, артистка моя. Забыла. На после уроков сказали, вот я и забыла. Бабушка, ой, бабушка, не могу, бабушка. Голова закружилась. Ребята, а может нам зайти к дяде Серго? Вот это правильно. Если Манану завтра в школу не пустят, спектакль сорвется. Как ты думаешь, отпустят или смотрим? Здравствуйте, дядя Серго! Ребята, здравствуйте. Вы что, из школы идете? Да. И Манана ушла домой? А Манана вообще сегодня в школе не была. То есть как ты не была в школе? Бабушка у нее заболела. Бабушка? А что с ней? Кашель, насморк, высокая температура. Вот беда-то. Я скоро вернусь. Наш шеф-адмирал обещал приехать. Отпустите ее, дядя Серго. Отпустите. Дядя, ну, отпустите. Дядя, отпустите. Дядя, спектакль у нас. Дядя Серго, отпустите. Ну, пожалуйста.
Подвези домой, пожалуйста, тороплюсь. Пожалуйста, я посмотрим, посмотрим. Отпустите. Сынок, что-нибудь случилось? Нет, что-нибудь ничего. На работе? Нет. Ах ты, лгунишка! Лентяйка! Где ты была сегодня? Я тебя проучу! Оставь, что ты делаешь! Она же крошка. Избаловали девчонку, испортили! Товарищи называются, а еще пионеры. Уже успели сплетничать обо всем отцу. Не плачь, это я что, не... Что, очень больно? А что случилось, радость моя? Значит, в школе ты не была? Отвечай, детка, мы никому с бабушкой не скажем. Скажи, ты не была в школе, а? Она, наверное, плохо себя чувствовала. Была, была, была в школе! Ну, я ничего не знаю. Родная моя, если бы ты была жива, я бы тебя никогда не обманывала. Тебе только не стыдно. Такая большая девочка. Совсем забралась. А еще пионерка. Нет, я этого не потерплю. Пока не отучишься лгать, будешь сидеть у меня дома. Если ты с таких лет начнешь врать, что же дальше-то будет? В школе тебя этому учат? Нет. Папочка, прости меня, я больше не буду. Видишь, не буду. У меня спектакль сегодня, еще репетировать надо, и вообще я там нужна позарез. Сказал, не пойдешь, значит, не пойдешь. Как-нибудь обойдутся. Очень им нужна такая лгунья.
больно. Сиди и занимайся. И помни, что я сказал. Из дому никуда, ни на шаг. Она сегодня наказана. Никуда не выпускайте. Пусть сидит дома и занимается. В данном случае Серго совершенно не прав. Ребенка наказывать в такой торжественный день не педагогично. И я так считаю. А главное, я там нужна позарез. Они без меня не обойдутся. Поломаешь замок, ну-ка стой, не мешай. Не выходит. Не выходит. Может, этот подойдет. Как назло не выходит, ну что ты будешь делать? Бабушка, а что если так пойдя? Погоди, я придумала. Вы здоровы, бабушка, ты не процедила? Дедушка, Калина, завязывай меня у деда. Ой, ну я бы хрена. Калина. Бабушка, ты... Готова. Ну, вот так. Главное не растеряться в трудную минуту. Ну, что ты там? Бабушка, меня пропусти. Пусти, пусти. Вот так. Скорее, дедушка, не торопись. Иди спокойно. А может, все-таки не стоит пускать? Сомневаться — это твоя стихия. Раз отпустили, значит, все. Это только нервирует ребенка. Но ты уж нас не подведи, как только кончится спектакль. Сейчас же беги домой. Ну, конечно, не подведу. Что ты? Разве я такая? Так с ребенком не говорят. Иди-ка сюда, Манана. Вот что, Манана. Я люблю порядок, и ты это знаешь. У меня слово сделано никогда не расходится. Я говорю так... Значит, должно быть так. Я говорю этак, значит, должно быть этак. Уж такой я человек. Как сказано, то сделано. Ты поняла? Я поняла, девушка, я поняла. Бога. До свидания. Девушка! Вот так нужно разговаривать с ребенком. Здороваться с адмиралом. Вы должны ответить прославленному в боях адмиралу наш пионерский салют. А что, ребята, и правда так лучше? Давайте так и сделаем. А ну-ка идите сюда. Давайте попробуем все вместе. Ну-ну, давай, давай побыстрее. Внимание, ребята, внимание! Начинаем генеральную репетицию. Фанташи, варда, фанташи, Лопит хелшим зимал смуда. Пошире, брат, пошире! Ну, как будто бы это вы поете. Сада Чэнган Швелла Вунда Ига Шеви Чеми Рашит. Сада Чэнган Швелла Вунда. Знаешь, как здорово. Никто в жизни не догадается, что не Манана на гармошке играет, и что они не сами поют.
даже сидит ли я. Что случилось? Что случилось? Ах, ну как же ты неосторожно загремел вместе с лестницей. Ну вставай, вставай. Больно ушибся, да. Теперь все сорвалось. Спектакль придется отменять. Ну что ты ноешь? Пластинка ведь цела? Надо только радиолу достать. Тебе легко говорить, а где ты ее достанешь? Я могу принести. У нас там есть небольшая радиола. А тебе разрешат ее взять? Конечно. Дедушка и бабушка мне всегда все разрешают. Возвращайся обратно поскорей. Я мигом. Вот теперь лучше. Ну-ка еще раз повторим. Здравствуйте, товарищи пионеры. Здравствуйте, товарищи пионеры. Совсем другое дело. Где ты была? Была? Я нигде не была. Ой, на минуточку, правда, выходила. Папочка, а ты скоро уйдешь? В 2 часа надо быть на работе. А ты почему спрашиваешь? Да так, просто скучно одной дома сидеть. В другой раз будешь знать, как говорить неправду. Ты все поняла? Да, папочка. Тогда иди в свою комнату и занимайся. Пойди-ка сюда. Вот что я тебе скажу. Слушаю, папочка. Часы у нас верные? Верные. Никак не могу урвать время, чтобы поговорить с тобой серьезно. Ну, вечером поговорим. Ладно. Thank you.
месяца, похоже. Почему не поливаешь? А это что, опять новую метлу взяла? Совесть у тебя есть? А, да, метлу говорю. Ну что, мне палки-то не дать? Безобразие, это куда никаких фондов не хватит. А у нас и денег не хватит, как я заметил. Поливать надо. Ты как же поливать? Ты прекрати, прекрати, я пришел не служебных обязанностей. Что ты за человек? Отдай метлу, говорю. Отдай метлу. Не позволю. Выкинулся. Учись экономить, бери. Отдай метлу, ну чем я поливать буду? Не кричи на меня. Ну как же не кричать? Ну что ты за человек? Меня не проходит, чтоб ты новой не требовала. Что ты, не глотаешь, что ли? Ты это разве не знаешь, там люди какие-то. Ну и моя его сегодня чихать хотела. Пока я здесь управдом, я не позволю. Не позволю разбазаривать государственное имущество. Вот твое заветное имущество. А чем подметать, тебе до этого нет дела. Ну, только мне ты рот не закроешь, и замок не на такую нарвался. Да. Не позволю, бюрократ. Попросил бы. Знаешь что, не хочешь давать метлу, не давай, мне не нужно. Купи машину, чтоб сама подметала и поливала. Можешь, не можешь, хорошо, тогда чем же подметать? Только это от тебя и слышно. Ничего другого не знаешь. Ну что ты будешь делать, ну а чем подметать? Машу подметай. Ну если на то пошло, твой нос больше давай твоим подмету. Не понравилось, значит моим можно, а твой нос жалеть. Ну и баба. Где бы найти такую метлу, чтобы вывести всех бюрократов? Это я бюрократ. Ясно, ты отслушаешь. Ладно. Фу, будь ты не лазен. Добрый день. Добрый день. Разрешите? Пожалуйста. Что вы такие хорошие? Это неспроста. Вам что, мячик нужен? Нет! Ваш велосипед против. Нет, нет! Ну что же тогда, чертеняк? Передач купол, как и попал. Ну, пойдем. Эх, вы болельщики. Да что ж такое делается? Ты запер дверь или нет? Ну, что за вопрос? Конечно, запер. Два раза повернул и еще раз проверил. Кто же ты мог открыть дверь? Прямо ума не приложу. Спасибо, баб. Спасибо, дедушка. Спасибо. Только смотрите, не испачкайте мне пол. Я вымыла его сегодня. Нет, 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 нет. Тенгиз, помоги отнести. Кето! Кето! Ну, что тебе? Где радиола? Куда она делась? И здесь ее нет? 1-0. Пошли! Прекратите разговаривать! Я в этом доме никогда не знаю, что пока никогда живы не было. Пройдемте туда. Я вам говорю, украли, определенно украли. Да как же это могло случиться? В нашем дворе и голоса сроду не пропадало. Я уже не говорю о такой вещи, как радиола. Да, 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 да. Значит, вы утверждаете, что дверь была заперта? Да. И мало того, что я ее запер, я еще проверил, уходя. Верно, верно. Я видела дверь на замке. Что? А-а-а. Ты, значит, видела? Видела, видела своими глазами. Дверь на замке, это точно. А-а-а. И замок солидный. Все понятно. И так как явствует из обстоятельств дело, ключ у вора был заранее подготовлен. Ой. Криминалистика, наука всесильная. Преступника, конечно, найдут, я не сомневаюсь. Но как это все-таки неприятно. Да, но самое неприятное это то, что в нашем дворе, оказывается, есть вор. Ну что ты на меня уставился? Что тебе нужно? Сюда лучше вор ловить, а то ветер стоит раки, свои глаза на меня пялит. Недостаточно обвинить человека. Надо представить добытые в ходе следствия необходимые улики. Я и без улик все насквозь вижу. Выкинь. Не вы первый мне это говорите. Чутье у меня действительно удивительное. Однажды
У меня исчезла мясорубка. И вы ее нашли? У соседки. В столике. Все сперва начинают с мелочей. Хороша мелочь. Это премия, которую получила мать Манана, и она нам дорога. Предупреждаю всех жильцов. От меня не скроетесь. На чистую воду выведу. А при чем тут жильцы? Если подозреваете кого-нибудь, скажите. Имя назовите, имя. Всему свое время. Терпение. Придет день, и я назову. Пора, товарищи, установить железную дисциплину в обверенном мне доме, товарищи. Мы не потерпим этого. Нам придется кое с кого сорвать маску и вывести на чистую воду, товарищи. Опять он на меня смотрит. Ну что ты на меня смотришь? Уставился, как баран на новые ворота. Хочешь, беги в милицию и звони. Я не боюсь, мне не страшно. Я честный человек и никого не боюсь. Иди скорее звони. Это меня не гляди. Это тебе, черт, у бюрократа надо вывести на чистую воду. Я должен остановить, что ты меня не задевай. Ух, какая важная персона, подумай. Иди, звони, погоди. Не раз, вылезайся, иди. Я говорю, звони, звони. Милиция. Вас беспокоит по неотложному делу комендант дома номер 35А и дома номер 35Б в тихом переулке. Ипполит Немсадзе. Она теперь не отвертится. Мое чутье до сих пор меня не обманывало. Будьте уверены, накрыли вора. Порядок. Чья это кладовая? Чья кладовая, граждане? А? У кого имеется ключ от этой кладовой? У него имеется. А? Иди, открывай. Да, сейчас. Иди, открывай, что стоишь, люди-то ждут. Открывай свою кладовую, да поживей. Иди. Да, да. Открывай свои закрома, сейчас все раскрой. Убери свою собаку, не ты не видишь, что я лишь сразу. Да. Тихо, открой, стой чуть подальше. Иди, не бойся. Дальше, да. Вот. Поразительно. Видимо, очень опытный преступник. Даже собака со следу сбилась. Вот именно опытный. Если был бы неопытный, он бы такого управдома, как наш, ни за что бы в жизни не провел. Он золотой человек. До свидания, товарищи. Это я вам говорю. Ты со мной не пропадешь, за меня держи, не бойся. Скоро сельгос работы вернется. Манану с репетицией придет. Что нам делать, старик? Что мы им скажем? Надо что-нибудь придумать. Постой-ка. И представь, выход у нас все-таки есть. Идем-ка. Вот наша пенсия. Надо немедленно достать радиоприемник. Кого там еще черт принес? Входите, пожалуйста. Здравствуйте. Насчет оплаты за радиоприемник. Здравствуйте. Не уплачено. За 4 месяца радиоприемником пользуетесь каждый день. Вы что думаете, у нас плана нет, что ли? Кто будет за вас платить? Вы абсолютно правы, никто за нас платить не обязан. Вы абсолютно правы.
Но дело в том, что радиоприемника у нас давно нет. То есть как это нет? Случается в нашей практике. Это нам знакомо. Но в таком почетном возрасте лгать... Мы вас не обманываем, у нас его действительно украли. Довольно. Хватит. Я за нас себя водить не позволю. Вы хоть бы сговорились с соседями? Один говорит, подарил приемник теще на день рождения. Другой говорит, приемник украли. Джаз, оркестр, оперу, последние известия, это они каждый день слушают, так? А кто должен платить, я, что ли? Никто вас не собирается обманывать. Вы же видите, приемника нет, украли. Не будем, спорить не будем. Эти увертки я все наперечет знаю. Я в этом деле 25 лет работаю. Меня не проведете, голубушки. Ну и денек у нас сегодня. Система устаревшая, эти граммофонные ящики уже не отвечают вкусам потребителя. Давным-давно не выпускают. Минутку, простите. Я могу вам предложить взамен последнее достижение нашей отечественной радиотехники. Люкс. Эстония. Дружба. Октава. А если хотите настоящую вещь, купите телевизор, от души советую. А я как раз подыскиваю точно такой же граммофонный ящик, как здесь, на фотографии. К сожалению. Простите, одну минутку. Я только хотел объяснить вам, да что вы ко мне все пристаете. Раз я сказал, что мне нужен такой радиоприемник, значит, такой мне и подавайте. А может, у меня тут не все в порядке? Ты видишь, куда идешь? А ты не видишь, куда едешь, да? Да вы что, ошалели? Смотреть все-таки надо, папаша. Внимание, ребята, внимание! Давайте продолжим репетицию. Вот мост, а вот их деревня. Боевое задание, всем понятно? Понятно! Выполняйте, товарищи партизаны. Желаю удачи. Антраши варда фанташи, опит хелшим динал смуда. Вы тоже должны помочь нам, дети. Мы всегда готовы выполнить любое задание. Объясняю задание. Пробраться в тыл врага. Разведать расположение и численность его армии. Количество огнеметов и пушек. Засечь посадочные площадки и пулеметные точки. Задача вам ясна? Ясна. Разрешите приступить к выполнению, товарищ командир. Приступайте. Приступайте, товарищи. Желаю вам успехов. Счастливо оставаться, товарищ командир. Разведка в тылу противника мне страшна. Что не подсказывай, сама знаю. Разведка в тылу противника мне страшна. Нас убьют фашисты. Лучше переждем здесь до завтра. А завтра выдумаем что-нибудь и доложим командиру нашего партизанского отряда. Все равно никто нас не проверит. Обманщица! Трусиха! Кому ты хочешь солгать? Вот тебе за это! Отлично, играете. Сиди здесь одна. Я сам пойду на выполнение боевого задания. Ох, жутко мне. Я одна, кругом лес дремучий.
Чья это шуба? Манана Меладзе. А радиола чья? Тоже ее она из дома принесла. Вот видите, какое недоразумение произошло. Девочка взяла радиолу без разрешения, а дома решили, что ее украли. Но Манана сказала, что бабушка разрешила. Разрешили взять их радиолу до вечера. Манана! 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 Нет ее нигде. Не нашли мы ее. Нет ее. Нигде нет. Нет ее. Всю школу обыскали, не можем найти. Куда она все-таки девалась? А ну, пойдемте. Напутала и исчезла. Ну, на что похож поступок Манана? Я уверен, что она свою бабушку тоже обманула. Надо его следовать прочить. Она, наверное, дома сейчас. Пойдемте все к ней и, наконец, разузнаем, в чем дело. Манану ищите, ребята? Да. Куда побежала? Пойдемте, ребята, пойдемте, пойдемте. Сюда. Девочка упала! Упала девочка! Тонет! Помогите! Помогите! Девочка упала! Помогите! Помогите! Скорее сюда! Девочка тонет! Помогите! Помогите! Девочка! Скорее бегите за скорой помощью, вызовите по телефону, скорее! Куда такой номер? У кого-нибудь спросите, скорее бегите, скорее! Теперь покажусь ребятам. Что я скажу отцу? Нет, нужно бежать. Бежать. Но куда? Куда? Радиоприемник я сама отдала Манане собственными руками. И вот забыла. Ну да, так сказать, маленький склёз. Простите, товарищ начальник. Но штрафа не миновать все-таки. Да что там штраф? Я тебя в гости позову. Я такой обед, сыночек, сварил. Спасибо, спасибо. Завтра прошу вас зайти в милицию ко мне. До свидания. Что вы, не нужно, товарищ лейтенант. Какой симпатичный молодой человек. Сюда, сюда, проходите, товарищ. Старая, можно тебя на одну минутку?
И сколько мне, старой женщине, приходится врать из-за этой девчонки? Но это ложь оправдана, она обусловлена самой необходимостью. А необходимость продиктована действительностью и... Отшлепаю, так отшлепаю, надолго запомню. Ни в коем случае, уважаемая Кит Иван, ни в коем случае не бейте ребенка. Человек есть животное общественное, мыслящее, homo sapiens. Непедагогично бить ребенка. Это озлобляет. На сознание надо воздействовать. Ведь она переживает. Может, даже раскаивается. Где она? И что с ней? Девочка моя. В школу скорей. Скорей. Вот. Внимательно посмотрите. Видите радиоприемник? Ну, вижу. А в чем дело? Я должен во что бы то ни стало раздобыть к вечеру такой приемник. А что такое, скажите? Ну, после скажу, после. А ну, вспомните, не видели вы ни у кого точно такой радиолы? Ой, простите, бабушка. Извините. Куда вы бежите? На футбол, что ли? Что случилось? На то я и скорая помощь, бабушка. Да ну. В чем дело? Что там случилось? Да моя девочка умерла. Вот бедная, пропустите меня. Пропустите. Да, друзья, не разрешайте. В сторону, граждане, в сторону, Ой, неужели дома? Да, и давно, не волнуйтесь, уже часа два, наверное. Дома, неужели? Да. А мы думали, что она утонула. Что вы говорите, что утонула? Вы не волнуйтесь, ведь Манана уже дома? Да не Манана, а радиола дома. Манана? Манана! Девочка! Манана! 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 Ах, доктора срочно! Thank you.
частную школу. Я посмотрю, что случилось. Вставай, золотце мое, птичка моя, вставай, стыдно. Сейчас она встанет, вы уж простите. Так Манана выходит со стыда, в постель спряталась. Я бы целый год на глаза людям не показывался, будь я на ее месте. Она всю школу опозорила, не только нас подвела. О, какие вы у меня строгие. А я думаю, что Манана все-таки исправится. Конечно, исправится. Она ведь у меня девочка неплохая, умница. Ну что ж, нам здесь делать больше нечего. Раз Манана не хочет даже разговаривать с нами, придется уйти. В школе на совете дружины по-другому с ней поговорим. Правильно, этот костюм заберем. Из-за нее спектакль перенесли на завтра. То есть как? А Манана разве не будет участвовать в вашем спектакле? Нет, к спектаклю мы ее не допустим. Из драмкружка исключим. Пускай она лучше дома сидит и занимается. А на сцене будут выступать те ребята, которым дорога честь своей школы и честь своей пионерской дружины. Извините нас, до свидания. Идемте, ребята. Подождите, подождите. Я знаю, что вы больше мне, конечно, не верите. Простите меня, честно, пионерское слово, что я больше так никогда поступать не буду. Ну, пожалуйста, ответьте мне, верите вы мне или нет. Пионерское слово верное. Пионерскому слову верят, но его надо уметь оправдывать. Клянусь, оправдаю. О, вот такой ты мне нравишься, Манана. Плакала? Еще как, слезы лила. Да и мы с дедом крепко пробрали ее. Добавили. Сам наказал, а теперь жалею. Весь день дома просидела. Но ничего, это ей полезно. Верно, нам вообще надо за нее покрепче взяться. Дай стакан, мама. А папа куда пошел? Папа? Да. Пошел на похороны, товарищ внезапно скончался. Это что ж такое?
Вот, пришла обратно нести. Что? Радиоприемник. А что? О, жара сегодня. У товарища моего сегодня день рождения. Ну, я и хотел ему эту радиолу подарить, а потом вспомнил, что это премия Нины. Правда, неудобно вышло. Пришлось извиниться и внести обратно. Но ничего не поделаешь. А это чья же? Ах да, я ведь один раз ее уже принял. Да ты что, сдурел, старый? Я и правда что-то плохо себя чувствую в последнее время. Прям не знаю, что делать, склероз совсем одолел. Папа, папа! Ты куда это собралась? Спать пора, поздно уже. Лежи, девочка, лежи, засыпай. Спи, моя хорошая, спи. Может, ты все-таки объяснишь, откуда второй приемник? Да, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Магарыч, нас дедушка, с трудом достану. Да разве я вас об этом просил? То есть как? Да? Разрешите? Да-да, пожалуйста. Вот папа прислал. Сказал, что можете себе оставить. Мы им не пользуемся. Но я могу починить. Иди. До свидания. Ты, может быть, объяснишь, наконец, в чем дело? Не сегодня. А, коллекцию собираете. Не зря я пришел. Я знал, что вечером вас накрою. Простите, а кто вы? Не совсем понимаю. Это я-то. А я вот сейчас штраф вам выпишу. 100 рублей заплатите и сразу все поймете. Эти тоже, конечно, не зарегистрированы. Отлично, отлично. Ты куда? Погоди. Папа, папа! Ты что, моя маленькая, проснулась? Дедушка, лучше сказать правду. Видите, что получилось? Садитесь. Сейчас я вам все расскажу. Фанташи, варда, фанташи. То в лесах я, то в горах я, с ружьем в руке не сплю всю ночь. На коне примчусь внезапно к людям, чтобы в беде помочь. Враг злодей, народа волю не сумел ты оценить. Для тебя здесь смерть готовит каждый путь и каждый лист. Защитим любовь отчизну, все дороги, тропы, чащи. Будет свет свободной жизни вновь сиять над краем нашим. Так,
побеждает. Вы тоже, дети, должны нам помочь. Всегда готовы, товарищ командир партизанского отряда. Вот боевая задача. Незаметно пробраться в тыл врага, разведать численность войск противника, засечь его огневые точки и не позднее завтрашнего утра доложить мне. Задача вам ясна? Ясна, товарищ командир партизанского отряда. Действуйте. Желаю вам обоим удачи, товарищи. До свидания. До свидания, товарищ командир партизанского отряда. Тыл противника не пойду я. Манана, опомнись. Манана, говори. Манана. Манана, говори. Тыл противника не пойду, я пойду. Да молчи, хватит. Я не боюсь идти в тыл врага. Мне не страшно. Пусть лучше меня убьют, а брать я больше не стану. Что с тобой, Манана? А, боишься, значит? Обманщик, трус, изменник. Вот тебе за это. Что ты делаешь, Манана? Это же моя роль. Я должен тебя привязать к дереву. Где волк? Я волк. Иди сюда и кушай этого изменника. Я одна пойду на задание. Заноги, заноги, пускайте! Эх. Дорогие зрители, простите, Манана те слова говорила. Она всю пьесу перепутала. Ничего я не перепутала. Что ты за пьесу написал? Где это видно, что пионер в Ране был бы изменником? Правильно. И я думаю, что права Манана. Пионер никогда не должен лгать. Пьеса мне очень понравилась. И хотя спектакль не окончен, что произойдет дальше, мы все поняли. Поняли главную мысль. Разрешите мне сформулировать эту мысль. От лжи и трусости до предательства и измены один шаг. Правильно, ребят? Правильно! 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 Наказ матери. Учись усердно, учись с любовью, в жизни труде не ленись никогда. Свет твоих знаний навеки запомни, отчизне родной пригодится всегда. Будь прилежным, с твердой верой, сокровищ ценнее ученым быть, но больше всего на свете, поверь мне, всем сердцем язык свой надо любить. Поверь мне, дитя, что испытано это. Если фундамент у дома разрушен, то новые стены строят там тщетно, и труд бесполезен тогда и не нужен.